spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена очередная линейка рюкзаков от компании Narfin. Называется она Tactic, и на данный момент включает в себя несколько разноплановых моделей. Этот экземпляр заявлен как городской тактический, но также он подойдет и в качестве рыболовного. Объем составляет 45 литров, а вес равен чуть менее 2 килограммов. Давайте поближе его рассмотрим. В качестве основы для изготовления Tactic 45 применяется полиэстер марки 600D. Такой материал придает изделию достаточную прочность, износостойкость, и к тому же он легко очищается от незначительных загрязнений. Дополнительно обеспечивается некая влагозащита. Даже если вы попадете под небольшой дождь, содержимое должно оставаться сухим. Металлического каркаса нет, но есть вставка, добавляющая небольшую жесткость спинки. Также здесь мы видим три объемных подушки и спинки с сетчатым материалом Air Mesh. Такая система достаточно эффективно способствует циркуляции воздуха и отведению тепла и испарения тела, которые возникают при повышенной активности или нагрузках. Лямки выполнены в анатомическом варианте. Они тоже имеют вставки из мягкого материала и с внутренней стороны обшиты сеткой Air Mesh. В верхней части жестко закрепленные, а снизу имеется возможность регулировки по длине и даже снятия с пластиковых защелок. В районе груди находится стяжка с резиновым компенсатором и небольшим фастексом. Всевозможные инструменты и аксессуары подвешиваются на D-образных креплениях. Выше расположена удобная ручка. Она пригодится при непродолжительных переносах рюкзака, его погрузке или удержании в общественном транспорте. По бокам под текстильными застежками предусмотрены сквозные отверстия для вывода наружу трубки питьевой системы. Спереди есть три фронтальных отделения. Первое скрыто под вертикальной молнией. Кстати, все внешние замки оснащены удобными веревочными пуллерами. Подойдет для хранения различной мелочевки и вещей первой необходимости. А рыболов спрячет сюда небольшую коробку с приманками или пачки с расходниками. Второй отдел является простым органайзером и содержит множество кармашков, в которых можно сложить ключи, документы, различные приспособления или компактную электронику. Третий карман отделан изнутри мягким материалом и может использоваться в качестве очечницы. С каждой стороны симметрично находятся по два кармана под простыми замками. Они подойдут под запасные шпули, перчатки или портативный навигатор. А можно убрать небольшую емкость с напитком или бутерброды для перекуса. Отличительной чертой серии «Тактика» является наличие системы крепления молли. Ее элементы находятся по бокам, снизу и спереди рюкзака. Используя эти пришитые стропы, вы сможете навесить дополнительные подсумки, закрепить какое-то снаряжение снаружи и тем самым увеличить количество переносимых вещей. Еще одной особенностью представленной модели является два основных отделения. Первое, самое вместительное, и открывается очень широко. В нем смело разместится большое количество личных вещей, что особенно может заинтересовать любителей путешествовать. А чтобы вы могли их зафиксировать, предусмотрены три стропы шириной 25 мм. Они регулируются по длине и оснащены замками Fastex. Здесь же мы видим отсек под гидратор с парой креплений на ленте Велкро. Второе отделение менее просторное и больше пригодится городскому жителю, так как содержит множество разномерных карманов. В них можно хранить компактный ноутбук, планшеты, журналы, папку с бумагами формата А4 или свернутую куртку. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.